Значит, вот когда тебя кто-то предал, это не был заговор, чтобы ты чувствовал себя несчастным, обиженным там и так далее. Просто человек воспринял тебя как ресурс. Это его способ жизни, и это его судьба, и это его участь. Вот, поэтому то, что он так поступил, это к тебе не имеет отношения. На его вор ворует, не выбирая человека по каким-то, ну, какими-то он выбирает, но точно не личностные качества являются определяющими в том, как поступает человек, у которого нет никакого правового сознания и нравственных ограничений. Вот, поэтому нужно понимать, что ну, все мы можем оказаться жертвой обмана. И это, с этим ничего невозможно поделать.